пастила из слива. Без воды поставили сливом варить. Вот от такой консистенции. Потом протираем через дуршлаг. Затем вот такое у нас получается пюре. Добавляем сахар и 10-15 минут варим. Затем расстилаем, разливаем на пекарскую бумагу. Вот здесь 3 или 4 раза я делала пастилу и слив. Сушится на террасе. Здесь ни мух, ни букашек, ничего. При закрытой двери вход запрещен домашним. Сегодня солнца нет, но очень хорошо здесь сушится. Вот, посмотрите, это двухнедельная. Вот это 10-дневная пастила. Почему цвет разный? Это варилось от яркого цвета 10 минут. Вот эта пастила варилась полчаса. Сверху можно посыпать орешками. Ну, так как у моей внучки аллергия на орех, только одну вот посыпала. Сохранять буду в морозильной камере.